Но вот на этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкин, и Боррель тоже уехали. Почему это происходит? Ну, они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора с фактами на руках. Они, руководство нашей специальной военной операции, знает, каких целей оно добивается. Контроль за этой операцией на постоянной основе осуществляет Верховный Главнокомандующий. И мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться.